Это я, Колд Сиверс. И это мой путь героя. Давай, с самого начала. Ладно, я не главный герой. Я просто каскадер, который пытается выглядеть круто перед режиссером. Перед ней. Ведь я, к тому же, безумно влюблен в нее. Мы должны вести себя как профи. Да. Хочешь, поцелуемся? Нет. Я тоже не хочу. Мне это сейчас вообще не интересно. Поцелуи? Ага. А что интересно? Разговоры. Да. Есть одна маленькая проблема. Главная звезда фильма. Том Рейдер. Он пропал. Ты должен найти его. Почему я? Ты же дублер. Никто не заметит, если ты отлучишься. Без обид. Ничего. Нет, обидно. Том! Скажу прямо. Он связался с очень мутными ребятами. Я пришел тебя проведать. Им не понравится, что ты ищешь его. Я просто дублер! Это какое-то безумие. Ага. Наркотики. Плохие парни. И труп в ванне. Замороженный? Хочешь сходить за мороженым? Замороженный. Из-за акцента сложно понять. Мороженого в ванне нет. Это я понял. Супер. Это эпичная история. Космического масштаба. Каскадеры! Плохие парни уже близко. Надо спрятаться. Нет, надо выбить из него все дерьмо. Твой кулак сложно забыть. Не в этом смысле. Нужен сюжетный поворот. Зритель такое любит. Устроим переполох. Читаешь мои мысли? Ты выживешь, несмотря ни на что. Выбьем из него все дерьмо. Есть идея получше. Сам поведешь! Вот так, безумец! Этот каскадер чокнутый! Окружим его. И выбьем из него все дерьмо. Вот же! Последний трюк. Уйдем на пике славы! Нам нужен мощный финал. А сколько есть дублей этой сцены? Всего 5. Вот это мощно. Да.